Эй, перед тем, как ты посмотришь мое видео, пожалуйста, подпишись на мой канал. Для меня это очень важно. Итак, приятного просмотра. Знаю, 5 лет заброшено этот район. Ой, сколько тут всяких звуков. Короче, я здесь, а все. Здесь капец безлюдно, конечно. И это заброшенный район, премиум Европы. Сейчас я потихонечку буду продвигаться и буду вам показывать, что это вообще за район такой заброшенный. Так, поехали. Вот сразу тут, короче, видно. Здесь уже вандалы немного постарались. И этот дом, и все другие дома, которые там находятся, они постарались их разобрать или сломать. Страшно, честно говоря, одному заходить в такие дома. Но, в принципе, в этот я не буду заходить, потому что тут рядом с дорогой и всякое такое, не хотелось бы светиться на самом деле. Так что будем продвигаться вперед. Еще один дом. Пять лет заброшено этот район. Там туалет, там бассейн. Мы сейчас вскоре туда дойдем. Еще один дом. Идем. Такой вот домик нормальный, да? Район маленький. Вот я сейчас иду, да, и он сейчас закончится уже. Последние два дома. Здесь, видимо, уже идут дома, которые чуточку подороже. Не успели доделать. Прям совсем чуточку не успели. Кризис. Кризис всех погубил. Тут был такой жесткий кризис, видимо. Пиздец. Вот еще один дом. Тут у нас бассейн, наверное. Это центр. Центр района. Сейчас я вот встану тут. Какой-то возвышенность. Это центр, да. Видно по нему, что это центр. Там уже виден бассейн. А здесь, я так понимаю, тут туалеты. Сейчас спустимся. Вот так вот. Я не знаю, что это за штуки такие. Что-то интересное. Вот это, я знаю, что это такое. Это у нас горшок под пальмы. Вот под эти вот, типа, должны быть. Вот. Тут он даже земля. Значит, и это тоже горшок. Там, значит, туалет, зеркало и всякое. Туда мне даже страшно ходить. Или сходить мне. Ну, там, видимо, подвалы, всякое вот это вот. Да. Если соберем 10 лайков, то я туда схожу. Люк. Осторожно. А это у нас бассейн, в котором должны были плавать величественные персоны. Спущусь, что ли? Или не надо? Да не надо, что тут? Это обычный бассейн. Что здесь такого интересного есть? Скамья, на которой сидели. А точнее, еще не успели посидеть. Это у нас игровая площадка. Игровая площадка для, видимо, баскетболистов. Ой, сколько тут
всяких звуков непонятных. Как будто кто-то бежит или ходит. Понятно. На самом деле там вот птички просто на дереве. Капушатся. Ну, там кто-то тоже бегает. Аж страшно, ё-моё. Можешь уж свалить отсюда. Ну да, там кто-то ходит, не знаю, бомжи, может. Это кошки. Это кошки бегают. Я испугался, да, в срачке просто. Уже. Вот она, баскетбольная площадочка. Я не знаю, но новая просто. Новая. Играй просто. Ну, на самом деле, тут уже разводят костры, как я вижу, и всякое вот это вот. Вот они, кстати, эти горшки, которых должно было, по идее, расти что-то. Вот они, перевернутый горшок этот. Вот. Пойдемте. Пойдемте. Я думаю, вот в какой-нибудь из этих домов мы сейчас зайдем. Это, видимо, дома среднего класса. Потому что они какие-то маленькие. И тут они друг к дружке вплотную. Ой, котята. Кошки, котята. Ой, ёлки-палки. Котенок один на меня засмотрелся. Блин. И тут выключилась камера. К тому же ко мне начали приближаться шаги от каких-то людей. И мне пришлось выбрать другую дислокацию. Там, где у нас начиналось видео. Итак, продолжайте просмотр. Короче, я решил вот сюда забежать, так сказать, быстро. У меня память заканчивается. На телефоне. Блин, мужики какие-то. Ё-моё. Что здесь? Что здесь произошло? Да. Красиво, раньше, когда это было. Мрамора пиздец. Всё заброшено. Говорят, сюда нельзя ходить. Говорят, сюда нельзя ходить, короче, одному, потому что могут поймать потихо сюда. Приперлись. Фух. Вот. Третий этаж. Заметили меня. Кричат. Блин. Бежать надо. Блин. Короче, ставьте лайки. Пишите комментарии под этим видео, что мне дальше снимать. И всем пока.